спецназ «Гром» отмечает день создания отряда. 1 февраля 2017 года в Приморском крае было создано боевое подразделение – отряд специального назначения «Гром», который вошло в состав управления по контролю за оборотом наркотиков. За прошедший год этим спецназом в Приморье проведено более 360 специальных мероприятий. При силовой поддержке сотрудников отряда подразделениями полиции Приморья из незаконного оборота изъято свыше 600 килограммов наркотиков, 28 единиц огнестрельного оружия, более 7 тысяч патронов. За прошлый год нашим подразделением осуществлен 270 выездов на реализацию оперативных материалов. Задержано 250 человек, причастных к различным преступлениям. Из незаконного оборота изъято более 628 килограмм наркотических средств. Изъято 21 единица гладкоствольного оружия, нарезное оружие 7 единиц. Изымали взрывные устройства, денежные средства, добытые незаконным путем. Взрывчатые вещества. Задачи, которые стоят сейчас перед нами, это обеспечение силовой поддержки оперативных мероприятий, следственных действий, которые проводятся сотрудниками полиции. Зачастую мы выезжаем на задержание особо опасных, вооруженных, также обеспечиваем безопасность при проведении оперативно-розыскных мероприятий.